Я убежден, обучение в IT должно быть доступно каждому. Именно поэтому я создал уникальный курс для тех, кто хочет освоить программирование с нуля. Что делает этот курс уникальным? Мы предлагаем полный набор базовых знаний от решения задач и структур данных до алгоритмов и баз данных. Обучение сразу двум популярным языкам — Python и JavaScript, понимание работы веба и создание собственного веб-приложения с искусственным интеллектом. Практические советы по развитию карьеры и поиску работы, основанные на моем личном опыте в индустрии. Наш курс представлен на трех уровнях объяснения. Если что-то непонятно на одном уровне, переходите на следующий, где материал изложен еще проще. Такой подход вы больше нигде не встретите. И самое главное, курс стоит в десятки раз дешевле аналогичных программ от раскрученных школ и станет отличной инвестицией в ваше будущее. Ссылка на курс с весомой скидкой в описании под видео. Присоединяйтесь и начните свой путь в IT уже сегодня. AVCoder — это CS50, вводный курс Гарвардского университета по компьютерным наукам и программированию. А это Spot. Мы благодарим наших друзей из 3D Cowboys за то, что они привели его сегодня к нам на урок. Возможно, стоит поаплодировать нашему особому профессору. Меня зовут Дэвид Меллон, и я сам прошел этот курс CS50 много лет назад, хотя почти что отказался, потому что, когда я поступал в университет, будучи первокурсником, я тянулся к знакомым вещам, к чему-то уже привычному, в частности, к государственному управлению. Я пришел сюда, думая, что буду специализироваться именно в этой области. И только во время осеннего курса второго семестра мои друзья пошли на этот курс под названием CS50, который тогда был довольно новым и незнакомым для многих из нас, включая меня. Но я собрался с духом, переступил порог, сел на первое занятие просто, чтобы попробовать, и был очарован. Я обнаружил, что впервые домашние задания стали интересными. И это произошло после того, как я записался на курс только потому, что профессор позволил мне записаться с оценкой pass-fail, так как я не был уверен, что справлюсь. Но спустя 5 недель в семестре я решил перейти на буквенную оценку, поняв, что это действительно мое. Я рассказываю это потому, что компьютерные науки, как я тогда не понимал, представляют собой универсальный способ мышления и решения проблем. Даже если это единственный курс по информатике, который вы когда-либо осилите, даже если это единственное формальное обучение программированию, которое у вас будет, это будет применимо ко множеству других областей — искусствам, гуманитарным наукам, социальным наукам, естественным наукам и многим другим, а также, конечно, к техническим наукам. Тем не менее, часто это будет казаться чем-то подобным. Наши друзья из MIT, которые находятся неподалеку, создали такой проект, где они подключили пожарный гидрант к питьевому фонтану с табличкой «Образование в MIT похоже на питье из пожарного шланга». Что означает, что информации будет так много, что вы не сможете все усвоить, но это нормально, особенно в вводном курсе. Весь смысл в том, чтобы много оказалось новым, но с практикой, со временем, пусть даже и спустя годы, вы будете чувствовать себя все более комфортно, но вам не должно быть комфортно по пути. Итак, позвольте мне предупредить вас, что вы будете чувствовать себя некомфортно на протяжении всего пути, независимо от того, есть ли у вас предыдущий опыт в компьютерных науках или программировании. В мое время учебный план курса был немного другим. Когда я и все мои одноклассники заканчивали курс, мы хвалились, что научились программировать на C, который мы также будем изучать на этом курсе. Но тогда это был чуть ли не единственный язык. На этом курсе мы изучим не только этот старый язык C, но и более современный язык Python, который очень популярен для анализа данных, веб-приложений и многого другого. Мы также познакомим вас с языком SQL, специально предназначенным для баз данных. SQL — это другой тип языка программирования, который даст вам разные способы решения задач, разные инструменты для выражения ваших идей. В конце семестра мы также познакомим вас с языком JavaScript, часто используемым вместе с HTML и CSS для создания веб-сайтов. Мы делаем это потому, что так много современного программного обеспечения основано на вебе или мобильных устройствах, которые используют такие языки, как JavaScript. К концу CS50 вы не просто научитесь программировать на X, Y или Z, но и, говоря в целом, научитесь программировать. Одна из целей курса — снабдить вас набором концепций, практических навыков и опыта, чтобы после CS50, даже если вы никогда больше не возьмете другой курс по информатике, вы могли бы самостоятельно изучать новые языки. И вы не будете зависеть от курсов для знакомства с каждой из этих идей.
Что мы будем делать на этом курсе и что мы начинаем учить уже сегодня, мы будем учиться решать задачи, проблемы. В этом суть компьютерных наук. Сегодня мы решим несколько задач. Мы научимся представлять простые вещи, как числа. Мы научимся представлять также и буквы алфавит. Мы научимся представлять цвета. Красный, зеленый, синий и, конечно же, другие. Мы научимся представлять полноценные изображения, которые мы видим в интернете или на телефоне. Мы поговорим о представлении видео и аудиофайлов. К концу сегодняшнего дня вы получите новую ментальную модель, как можно представить все сегодняшнее медиа и мультимедиа, которые мы используем каждый день. Сегодня мы также сосредоточимся на написании алгоритмов, как пошаговых инструкций для решения какой-то задачи и на реализации их с помощью кода. Алгоритм — это то, что можно выразить на английском или любом другом языке, а код — это перевод его в нули и единицы, которые понимают компьютеры. Если вам кажется, что это слишком много для одного дня или даже для всего семестра, можете утешить себя тем, что две трети из вас никогда не проходили курсы по компьютерным наукам. Так что даже если вам кажется, что, как и мне тогда, что ваши друзья или однокурсники знают больше вас и программируют с 6 лет, это не так. Вы в хорошей компании. Внутри курса будут разные уровни сложности домашних заданий, называемых наборы задач, а также секции и лекции. Будут разные уровни для тех, кто менее уверен, более уверен или находится где-то посередине. Если вы не знаете, почему вы сегодня здесь, у нас будут секции для самых неуверенных, но мы будем помогать вам благодаря структуре поддержки курса. Важно то, что в этом классе значение имеет не ваш уровень по сравнению с одногруппниками, а ваш прогресс по сравнению с собой в начале этого курса. Независимо от того, есть ли у вас опыт программирования или нет, это не будет иметь значения для выставления оценки. Важно будет то, что вы из себя представляли на этой нулевой неделе по сравнению с тем, кем вы станете в конце семестра, когда напишете свой продукт. CS50 также уникален своей общностью и культурой. Во время курса вы будете участвовать в различных социальных и академических мероприятиях. Почти каждую пятницу мы собираемся в ближайшем ресторане Чангчжоу, где будем вместе обедать китайской едой. Любой желающий может присоединиться к нам, посидеть и пообщаться со мной, преподавателями курса, нашими друзьями и выпускниками из индустрии. CS50 Puzzle Day, который пройдет в эти выходные, будет возможностью, даже если у вас нет опыта в информатике, просто решать задачи. Не головоломки в буквальном смысле, а логические задачи. Мы дадим вам набор задач, логические проблемы или загадки, которые вы сможете решать в командах. В конце мы все обсудим. В процессе будут не только задачи, но и пицца, призы и многое другое. К концу семестра у нас будет CS50 Hackathon, где мы соберемся около 7 вечера в начале периода чтения и закончим около 7 утра следующего дня. Это будет возможность сблизиться с вашими однокурсниками, партнерами по проектам, если вы работаете в команде, над своим финальным проектом, который должен стать кульминацией курса, чем-то, что вы создадите сами. Это ваш последний этап, после которого вы больше не будете нуждаться в CS50. Вам не понадобится ни я, не ваш ассистент. Вы сможете самостоятельно писать код и решать задачи. Вот фото из одного из предыдущих вечеров. Все становится тише к 5 утра, когда мы отвозим всех, кто еще бодр и энергичен, в ближайший IHOP на блины. Вот как обычно заканчиваются вечера для некоторых ваших однокурсников. В конце курса проходит так называемая CS50 Fair — выставка всех ваших финальных проектов для друзей, преподавателей, студентов и сотрудников по всему кампусу. Вас приглашают в пространство, где вы можете принести свой ноутбук, телефон, и что бы вы ни создали, мы просто покажем это в течение дня с музыкой, друзьями из индустрии, конфетами и всем, что делает конец семестра особенным. В итоге вы с гордостью наденете футболку «Я прошел CS50», гордо объявляя о том, что вы действительно прошли этот курс. Сегодня давайте сосредоточимся на компьютерных науках. Что это такое? По сути, это изучение информации, но более конкретно, это решение проблем с использованием определенных идей и техник, которые вы изучите на курсе. Таким образом, решение проблем — это цель, к которой мы подойдем с помощью вычислительного мышления.
Вычислительное мышление можно упрощенно представить как мышление, подобное компьютеру. Но на самом деле это применение идей, которые мы будем изучать сегодня и в следующей неделе. И некоторые можно применить к проблемам из этой или любой другой области методичными и очень аккуратными способами. Вот что CS50 сделал для меня и делает для многих людей. Он помогает упорядочить ваши мыслительные процессы. Даже если вы уйдете в реальный мир и не будете заниматься технологиями, у вас будет способность после таких курсов выражать свои мысли более точно и корректно, лучше контролируя свои идеи и язык. Что такое решение проблем? Позвольте предложить простое определение цели на сегодняшний день и на весь семестр. Проблема, которую нужно решить, выглядит так. У вас есть входные данные, проблема, которую нужно решить. У вас есть цель, выходные данные, то есть решение. А где-то посередине находится секретный соус, который мы будем изучать в следующие несколько недель, выясняя, как преобразовать входные данные в выходные. Но прежде чем мы сможем это сделать, нам нужно договориться о способах представления этих выходных и входных данных, будь то в английском языке или на любом другом. Как я уже упоминал ранее, вы, вероятно, уже знаете, что компьютеры работают только с нулями и единицами, так называемой двоичной системой. Но это всего лишь один способ представления информации. Еще проще, чем двоичная система, это унарная система. Если вы когда-либо считали на пальцах, это унарная нотация, когда каждый палец буквально представляет информацию, например, 1, 2, 3, 4, 5. Но сколько можно насчитать на одной руке в этой унарной нотации? Шесть. Я слышал одно шесть. Но на самом деле, если бы быть изобретательным, можно досчитать до 31. 31. Это максимум того, что я могу сосчитать. И это потому, что если я на самом деле... Если вам кажется, что сейчас будет странно и больно, вы правы. Вот моя рука, представляющая число 0. Обычно в унарной системе это 1, 2, 3, 4, 5, конечно же, очевидно. Но что если учитывать порядок, в котором я поднимаю и опускаю пальцы? Так что, может быть, это все еще 0, может быть, это все еще 1, но, может быть, теперь это 2, где поднят только второй палец, а не 2 пальца в сумме. Может быть, теперь это 3, может быть, это теперь, часто оскорбительно, когда поднят только средний палец. Это теперь 5. Это теперь 6. Это теперь 7, и моя рука слишком сильно болит, чтобы я попытался считать выше 7. Но теоретически, потому что каждый мой палец может быть опущен или поднят, а у меня их 5, это фактически 32 возможные перестановки вверх и вниз. Но подождите минуту, мы сказали 31, но если начать с нуля, надо вычесть один из самого большого возможного значения. Мы использовали унарную нотацию, потому что это просто и это работает. Но если изощриться, то мы можем сделать то же, что и компьютеры, используя не унарный базис, где палец либо поднят, либо нет, а двоичный базис. В двоичном базисе нам нужно всего два символа. Мы можем назвать их 1 и 2, А и Б, черный и белый. Нам нужно всего два символа для описания информации. Компьютеры упрощают задачу. Мы начинаем считать 0, 1, 2, 3 и так далее. Компьютеры используют 0 и единицу. Но почему они так делают? Оказывается, использование двоичного базиса или двоичной системы удобно, потому что в конечном итоге все устройства, будь то ноутбук, телефон или любое другое, подключаются к розетке, потому что им нужна электроэнергия. Если у вас есть электричество или нет, это два возможных значения. Либо оно есть, либо его нет. И поскольку компьютеры — электрические устройства, двоичная система логична. Это просто. Либо электричество есть, либо его нет. Когда вы подключаете устройство, и у вас есть эти электроны, если мы сохраним немного этого электричества, это будет один. Если позволим ему рассеяться, это будет ноль. Включено или выключено, легко соотнести с нулем и единицей. And if you've ever thought of this now as binary digits, by implying two, zero and one, well, if you've ever heard this term now, bit. Если вы когда-либо слышали термин бит, это просто означает двоичный разряд. Один бит — это ноль или один.
Но мы могли бы назвать их как угодно. Как это связано с реальным миром? Мы не можем видеть маленькие переключатели внутри наших компьютеров и телефонов, которые включают или выключают электричество, но их называют транзисторами. В современных устройствах их миллионы, и они просто включены или выключены, как переключатель или лампочка. Например, если нет электричества, переключатель выключен, это ноль. Если включить переключатель, это будет один. Мы могли бы сделать и наоборот, но было принято именно так. Итак, у вас есть что-то, включенное или выключенное, единица или ноль. И это, собственно, то, что мы называем двоичным разрядом или битом. Теперь, когда у нас есть эти значения, как мы можем представлять вещи? Оказывается, у нас здесь много лампочек. Давайте возьмем две из них и посмотрим, сможем ли мы наглядно объяснить, что происходит. Итак, если у меня есть два бита, два переключателя, два транзистора, если я включу один из них, какое число я представлю в двоичной системе? Один. Просто один. Если я использую унарную систему, я бы просто включил один, и это было бы два, но не в двоичной системе. В двоичной системе важно, какие переключатели включены или выключены. Итак, что я представляю здесь? Два. Это когда я поднимал один палец, а когда я делал это было число 3. Как мне представить число 4? Мне нужна еще одна лампочка, больше аппаратного обеспечения. Если я включу эту выключу и эту выключу, у меня будет 4. А кто может сказать, как представить число 5, используя слова «выкл» и «вкл»? «Вкл», «выкл», «вкл», «вкл», «выкл», «вкл», правильно. А как насчет 6? «Выкл», «вкл», «вкл». Выключено, включено, включено. Не совсем слева направо. Включено, выключено, включено. Слева направо. Думаю, это будет представлять число 6 и 7. Вкл, выкл. На самом деле, это будет вкл, вкл, вкл. Если вам интересно, откуда берутся эти комбинации, здесь есть система. Мне сложно делать это задом наперед, но на самом деле это не так уж и сложно. Давайте рассмотрим то, что мы все учили в школе, например, систему с основанием 10, где используется 10 разных цифр, а не 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 — это десятичная система, также известная как децимальная, где dec означает 10. Это то, что мы используем каждый день. Подумайте, как мы представляем числа в десятичной системе обычным способом. Вот число. Какое это число? 123. Мы все интуитивно понимаем это, но это не обязательно 123. Мы просто придаем значение позициям этих цифр. На самом деле это шаблон 1, 2, 3, но вы сразу же воспринимаете это как 123. Но почему? Вероятно, в школе вы узнали, что крайняя правая цифра — это разряд единиц, следующая цифра — разряд десятков, а затем разряд сотен. Почему это важно? Это как 100 умножить на 1 плюс 10 умножить на 2 плюс 1 умножить на 3. Или если умножить это, получится 100 плюс 20 плюс 3. Следовательно, число, которое мы привыкли считать, 123. Но это в системе с основанием 10, десятичной системе, где каждая цифра находится в своем разряде. Это разряды единицы, это разряд десятки, сотни и так далее. Если предположить, что будут тысячи, десятки тысяч и прочее. Но откуда это взялось? Вот основание. Если помните степени, это просто 10 степени 0. 10 степени 1, 10 степени 2 и так далее. А теперь, что если мы изменим основание с 10 на 2, используя только две цифры 0 и 1? Математика останется той же, но это будет 2 в степени 0, 2 в степени 1, 2 в степени 2, что дает нам разряды единиц, двоек и четверок. Почему это важно? Если у вас три лампочки или три бита, и все они выключены, что это значит? 4 умножить на 0 плюс 2 умножить на 0 плюс 1 умножить на 0 — это 0 в десятичной системе. А если включить одну лампочку? 1. Это будет 1. 2.
это будет 2, и так далее. Это причина, почему, когда я добавил дополнительную лампочку, мне сказали, что это будет 4. Потому что у нас было вкл, выкл, выкл. Теперь это 5, теперь это 6, теперь это 7. А если я буду считать дальше, какой будет паттерн нулей и единиц для числа 8? 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Значит, нам нужно больше аппаратного обеспечения, больше битов. Так что это не было произвольным, и даже если это было не совсем очевидно, что я делал, включая-выключая лампочки. Теперь, когда мы говорим о представлении информации, например, чисел, мы также можем использовать биты, нули и единицы, лампочки для представления инструкции, потому что в конце концов это все, что делают компьютеры. Они обрабатывают данные, информацию любого рода, будь то файлы, числа, изображения, видео и так далее. И вы выполняете действия с этими файлами. Вы их открываете, печатаете, редактируете и прочее. Так возникает понятие инструкции, то есть то, что компьютер может делать. Я уверен, что вы могли бы придумать какие-то паттерны нулей и единиц, и аналогично лампочки, которые даже споту скажут, что делать. Например, вверх-вниз, влево-вправо, и он мог бы делать это автономно, используя различные датчики. И дабы все это было безопасно для передачи споту этих инструкций, мы используем Wi-Fi. Но по сути, что делает наш друг Эндрю, это отправляет споту инструкции, закодированные в виде паттернов нулей и единиц. Люди из Boston Dynamics, которые создали этого робота, запрограммировали спота на распознавание определенных паттернов, как команд вверх-вниз, влево-вправо и множество других. Итак, Спот, подойди сюда, если можешь. Давай, Спот. Итак, Спот, например, получает паттерн из нулей и единиц, который представляет команду «пожать лапу». Спот, пожми лапу. Он может сделать это и множество других движений. И, возможно, особенно с датчиками здесь и небольшой помощью человека, давайте зададим Споту несколько вопросов. Начнем с простого. Спот, у нас есть несколько битов. Выкл, выкл, вкл. Спот, что это за паттерн? Правильно? Думаю, да. Очень похоже на лошадь. Спасибо. Давайте поаплодируем Споту. Итак, Спот, что если мы выключим эту лампочку? Как насчет выкл, вкл, выкл? Спот, что это за число? Верно? Отлично. Как насчет еще одного примера? Спот, вместо выкл, вкл, выкл, давайте сделаем выкл, вкл, вкл. Представьте себе, что это должно быть. Итак, спот, выкл, вкл, вкл. Хорошо, еще раз поаплодируем споту. Таким образом, независимо от того, насколько продвинуто сегодняшнее оборудование или программное обеспечение, все сводится к представлению информации и инструкций. Компьютеры, телефоны и прочее работают с одной и той же информацией, будь то нули и единицы или что-то еще. Что мы можем сделать сейчас, когда у нас есть согласованная система представления информации? Оказывается, использование трех битов, трех нулей и единиц за раз не так уж полезно. И в разговоре мы часто говорим не бит, мы говорим байт. Что такое байт, если знакомо? Это 8 бит. Это просто 8 бит. Это более удобная единица измерения, и она является степенью двойки, что упрощает математику. Но это просто соглашение, чтобы иметь более удобные единицы измерения, чем отдельные биты. Байт — это 8 бит. Например, это представляет число 0, используя 8 бит, 8 лампочек. А байт из всех 1. Теперь вам нужно немного посчитать. Представляете, какое это число? Единица. 8 в общей сложности. Как насчет этого с краю? Единица. 255. Да, действительно, 255. Конечно, такие вычисления не обязательны для этого курса, но вы могли бы их сделать в уме. Это единицы, двойки, четверки, восьмерки, 16, 32, 64, 128. И поскольку все они равны единице, вам просто нужно сложить все эти значения. В итоге получится 255.
Но есть и небольшой ментальный трюк. Если у вас есть 8 бит, и каждый из них может принимать только одно из двух значений, 0 или 1, то это как 2 здесь, умноженное на 2, и так 8 раз. То есть это 2 восьмой степени, что равно 256. В итоге вы привыкаете видеть это число, применяемое в информатике постоянным. Это 256. Но подождите минуту, как это соотносится с 255? Потому что вы начинаете с нуля. Так что вы теряете одно значение на верхнем пределе, потому что мы начинаем счет с нуля. Итак, вопросы по поводу того, что мы представляем числа, или, например, инструкции для спота. Кстати, есть вопросы по бинарной и лунарной системе? Нет? Хорошо. Тогда продолжим. Как мы тогда можем представлять буквы? Ведь это делает наши устройства еще более полезными, будь то на английском или любом другом языке. Как мы можем представить, например, букву А? В конце концов, все, что у наших компьютеров и телефонов есть, это электричество, или что эквивалентно переключателям или метафорически маленьким лампочкам внутри них, которые могут быть включены или выключены. Вот и все. Больше никаких строительных блоков нет. Как мы тогда можем представить что-то вроде буквы А? Да. Вы хотите ответить? Да? Можно назначить число. Отлично, мы можем просто назначить каждой букве число. И можем это сделать очень просто. Может быть, 0 это А, 1 это Б, или 1 это А, а 2 это Б. Это не имеет значения, пока все согласны и используют одинаковые компьютеры в каком-то смысле. Но по разным причинам разработчики этой системы выбрали число 65. Так, в наше время, всякий раз, когда ваш компьютер показывает заглавную букву А на экране, под капотом, так сказать, он фактически хранит последовательность из 0 и 1, представляющую число 65. Обычно используется 7 или 8 бит, даже если все они не нужны. Итак, как мы к этому пришли? Вот, например, это последовательность бит, представляющая число 65. Почему? Быстрая проверка. Это место единиц, двойки, четверки, восьмерки, 16, 32, место 64. Окей, 64 плюс 1 дает нам 65. Это означает, что вот как компьютер, используя переключатели, будет представлять число 65. Наши компьютеры, телефоны и ПК просто знают это. Поэтому, когда они видят это в своей памяти, они показывают заглавную букву А на экране. Эта система известна как ASCII, американский стандартный код для обмена информацией. И буква А здесь действительно значима, потому что мы говорим только о буквах английского алфавита. И, как я уже говорил ранее, мы используем всего 7 или 8 бит для представления букв алфавита. Итак, вопрос к вам. Сколько возможных букв алфавита мы можем представить с помощью 8 бит? 256. 256 — числа от 0 до 255. Этого более чем достаточно для английского языка, потому что у нас есть заглавные и строчные буквы от A до Z, несколько чисел и знаков препинания. Но в других языках с акцентированными символами или, скажем, азиатскими иероглифами этого недостаточно. Поэтому нам нужно что-то лучше, чем ASCII, но мы можем основываться на том, что это было сделано ранее. Вот таблица кодов ASCII. Это столбцы, показывающие между буквами и числами. Например, здесь заглавная буква A 65, заглавная B 66, а заглавная C 67 и так далее. 72 это H, 73 I и так далее. Есть некоторые странные символы, о которых мы узнаем со временем, но существует соответствие между каждой буквой английского алфавита и каким-то числом, как вы предположили, как для заглавных, так и для строчных букв. Например, если выделить несколько из них и сказать, что я получил текстовое сообщение или электронное письмо, если бы я мог только увидеть, что под капотом, так сказать, какие переключатели включены и выключены, когда я получил это сообщение. Первое, и это не то, что является сутью компьютерных наук, но просто интересный факт. Знает ли кто-нибудь, какое число будет представлять этот бинарный шаблон, например, место единиц, место двоек? 72? 72, правильно. Снова, это не очень интересно, и это не та математика, которой мы занимаемся весь день в области компьютерных наук, но это просто следование той же самой схеме, которая может показаться загадочной, но концептуально она точно такая же, что и раньше. Итак, я открою оставшуюся часть вычислений, это 72, 73, 33. Теперь кто-нибудь помнит, какое сообщение мы только что закодировали? Привет.
Привет. Да, это действительно привет, хотя никто не сказал это с энтузиазмом. А что такое 33, если вы заметили? Восклицательный знак. Верно, многие заметили, да, это восклицательный знак. И это видно здесь. 33 — это восклицательный знак. Это то, что со временем можно запомнить, но в основном, если вы запомните, что заглавная «I» — это 65, вы сможете вычислить еще, по крайней мере, 25 таких же ответов, потому что они идут подряд. Вот и восклицательный знак. В конечном счете, у нас есть система соответствий, известная как ASCII. Именно так наши телефоны, компьютеры и устройства в целом хранят информацию. Теперь давайте я сделаю небольшую передышку, и давайте перевернем ситуацию. Попробуем применить эти недавно полученные знания, если они действительно новые для вас. Семью волонтерами, 7 бит, если можно. Хорошо, я увидел вашу руку первой, подходите. Может быть, вы там, хорошо, трое, подходите сюда. Как насчет 4 и 5? Yep, come on down. Yep, in the black shirt. Yep. How about let me go farther back? How about in the green over there? And how about you, seven over here? Да, подходите в черной рубашке. Да, как насчет зеленого там? И вы седьмой здесь. Хорошо, подходите. Подходите. Аплодисменты нашим смелым волонтерам. Хорошо, вы могли бы здесь встать в ряд в середине сцены? Благодарю вас. Давайте посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Идеально. Для начала представьтесь аудитории. Я Рэйчел Ричи. Окей, какой курс? Кратко о себе. Первый год, специализируюсь на компьютерных науках. Добро пожаловать на сцену. Следующий. Я Канг. Также первый курс, специализируюсь на компьютерных науках. Привет, меня зовут Лам. Я студент из департамента образования. Привет, я Джордан Митлер, специализируюсь на экономике и, возможно, немного на компьютерных науках. Я Наталья, первый курс, и я хочу заниматься компьютерными науками. Я Хаджиджа, я первокурсница и хочу заниматься компьютерными науками. Я Калеб, и снова первый курс, специализируюсь на компьютерных науках. Прекрасно, шаблон, да, спасибо, спасибо. Итак, если вы еще не догадались, каждый из этих волонтеров будет представлять один бит слева направо или справа налево в данном случае. Давайте посмотрим. Вы будете представлять двойки. Как насчет четверок, восьмерок, шестнадцатых, 32, 64 и 128? Хотя, подождите, кажется, я ошибся. Нам нужен еще один волонтер, восьмой. Думаю, вы знаете, как... Хорошо, спот. Хорошо, подойди, ребята, вы могли бы немного подвинуться вперед, а затем немного сдвинуться в сторону, чтобы уступить место споту. Итак, спот будет представлять единицы. У наших волонтеров на обратной стороне листов бумаги есть инструкции. Мы будем писать трехбуквенное слово на английском, используя 3 байта слева направо, так как у нас теперь 8 волонтеров. Я предлагаю вам поднять руку, если вы должны представлять единицу, или просто стоять, не поднимая руку, если вы должны представлять ноль. А наша аудитория будет быстро считать, чтобы понять каждую букву и какое-то число. И посмотрим, какое число у нас в итоге получится. Итак, в первом раунде у вас есть инструкция на обратной стороне вашего листа, которая подскажет вам, какое число ваше. Если вы 0, стоите, если вы 1, поднимайте руку. Какое число они представляют? 68, 66, я думаю, 64 плюс 2, так что 66, что соответствует букве... B. Окей, так, B. Хорошо, руки вниз, как будет записана вторая буква? Хорошо, что мы сейчас пишем? Думаю, да, окей, думаю, вы единица. Хорошо, теперь какое число мы пишем? 79. 79, я услышал, какой букве это соответствует. Окей, руки вниз, спасибо, спот, последний штрих. Итак, мы написали B, O, третья буква, вперед. Теперь какое это число? 87. 87. Я слышал здесь 87. Что соответствует W? W. Что, конечно же, означает bow или поклон, так что наши волонтеры могут сделать поклон, включая спота.
Так что это будет более понятно на первой неделе, когда у нас будет задание, связанное с одним из персонажей из мира Nintendo. Но у нас есть приятный подарок на прощание для каждого из вас. Спасибо. Спасибо за участие. Спасибо. Возможно, вам придется поделиться с соседями. Спасибо. 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 Большое. Еще один раунд аплодисментов для наших волонтеров. Спасибо. Вы что-то потеряли? Окей, ладно. Итак. Спот закончил. Давайте посмотрим, решили ли мы проблему представления английских букв алфавита, и мы можем написать такие слова, например, теперь как bow или поклон, B-O-W. А что, если у нас есть символы с акцентами? Что, если у нас есть другие глифы, которые мы хотим представить? Вот стандартная клавиатура для английского языка США, которая есть у многих из вас. Но есть также символы, которые можно выбрать гораздо проще, если у вас есть иностранная клавиатура. Или с помощью определенных клавиш на вашем Mac, ПК или телефоне. Но в наши дни также есть меню, которое вы, вероятно, использовали в последние час или два, чтобы отправлять какие-то эмодзи. Эмодзи, хотя они выглядят как картинки и фактически являются картинками на экране, технически это просто символы. Символы алфавита эмодзи, которые используют определенный шаблон из нулей и единиц для представления каждого из этих лиц, людей, мест и вещей. Одна из причин, почему у нас так много таких символов, в том, что мы теперь используем Unicode вместо ASCII. Unicode является над множеством ASCII, что означает, что люди некоторое время назад поняли, что использование всего 8 бит для представления букв алфавита не очень хорошо, когда мы хотим представить другие языки. Поэтому Unicode использует не только 8 бит. Иногда он использует 16 бит на символ, иногда 24 бита на символ, а иногда даже 32 бита на символ. Откуда такие числа? Это просто 1 байт, 2 байта, 3 байта или 4 байта. Это дает нам возможность представить до 4 миллиардов возможных символов, потому что если самый длинный у нас 32 бита, то это 2 в 32 степени, что если вы проведете вычисление, равно примерно 4 миллиардам. Да, это много символов, и теперь у нас есть много места для этих эмодзи. Но дело не только в том, чтобы веселиться, отображая картинки на экране. Миссия Unicode заключается в том, чтобы представлять и сохранять все человеческие языки в цифровом формате, как прошлые, так и настоящие, и будущие. Речь идет об отображении всего человеческого знания, выраженного на языке, а также о представлении этой новой возможности, которая использовалась веками в письме, на стенах и тому подобное, пиктограммы, с помощью которых мы можем общаться независимо от нашего языка. Итак, сегодня мы сведем это к шаблонам из нулей и единиц, но решаемая проблема гораздо шире и выходит за рамки компьютерных наук. Вот шаблон из нулей и единиц, использующих Unicode. Более чем 8 бит, представляющих очень популярные эмодзи, это самые популярные эмодзи, по крайней мере, по статистике за прошлый год во всем мире. Это примерно это число здесь, нет? Вот это здесь. Итак, это самый популярный эмодзи за прошлый год, но он не всегда выглядит именно так. Те из вас, у кого есть Mac или iPhone, возможно, сразу узнают этот символ. Те из вас, у кого есть Android-устройство или другие платформы, могут заметить, что идея та же, но он немного отличается. И это потому, что, в конце концов, эмодзи просто представляет символ. Но эти символы могут быть нарисованы по-разному. Разные компании интерпретируют этот эмодзи, официальное название которого «лицо со слезами радости», по-разному. И это действительно так. Google интерпретирует его немного иначе, чем Apple или Microsoft, чем Meta и другие компании. Так что можно считать, что разные компании имеют разные шрифты для эмодзи. Такой вот экскурс в мир символов и текста. Поговорим об этом в другой раз. Оказывается, что для эмодзи и для символов вообще мы не используем двоичные нули и единицы для их представления, потому что никто, включая меня, не сможет распознать, что к чему. Слишком много математики, это мне интересно. И даже с десятичными числами, 4 миллиарда или сколько там, я не помню, какое число какое, так что мы представляем вещи немного более компактно. Это все еще выглядит странно, но это юникодовая точка, использующая 16-ричную систему. Подробнее об этом в другой раз. Это способ представления чисел более кратко, чтобы отображать меньше всего на экране, потому что вы используете не только числа от 0 до 9, как в десятичной системе, но и от A до F. Несколько букв английского алфавита вступают в дело, но пока что запомним только, что это число представляет лицо со слезами радости.
Но что если мы хотим создать кастомные моди? И такое происходит все чаще. Например, вот 5 оттенков кожи, которые поддерживаются телефонами, ноутбуками и ПК в наши дни. Это основано на так называемой шкале Фицпатрика, которая классифицирует оттенки человеческой кожи в 6 или 5 различных категорий, от светлого к темному. Это подразумевает, что если мы хотим представить людей с 5 разными оттенками кожи, это может значительно увеличить количество уникальных шаблонов из нулей и единиц, необходимых для каждого лица. Но если мы подумаем об этом как инженеры, мы можем просто рассматривать оттенок кожи как модификацию базового цвета, и желтый — это цвет по умолчанию, в стиле Симпсонов. Чтобы модифицировать его, чтобы он выглядел более подлинно, от светлого к темному, возможно, мы просто используем тот же шаблон Bit для представления человеческого пальца, поднятого вверх или вниз. Мы просто модифицируем этот символ, чтобы он отображался с другим оттенком кожи. Вот пальцы вверх, которые вы можете использовать на разных платформах. Это юникодовая точка. Это число, которое Маки, ПК и телефоны используют под капотом, чтобы представлять по умолчанию желтый палец вверх. Но если вы хотите изменить его на средний оттенок кожи, вы все еще используете это же число, тот же шаблон из нулей и единиц или переключатели. Но вы используете еще несколько переключателей, которые компьютер или телефон интерпретируют как: «О, вы не хотите видеть по умолчанию желтый, потому что есть другое число в памяти компьютера. Вы хотите, чтобы я изменил его на средний оттенок кожи или любой другой из доступных значений». Это инженерное решение этой проблемы, пытаясь представить различные диапазоны эмодзи. А как насчет чего-то такого? В наши дни в нашей клавиатуре гораздо больше комбинаций для отношений. Вот здесь пара с сердцем, пара представлена этим числом, но если вы хотите быть более конкретным, мужчина или мужчина и мужчина, женщина и женщина, это та же идея. Но нужно выразить себя более информативно. Например, способ, который придумали люди из Unicode, чтобы представлять, например, женщину с сердцем и мужчину слева направо, будет использовать эти значения. Все быстро усложнилось, но только в том смысле, что мы используем больше битов, больше нулей и единиц, чтобы более выразительно представлять эту комбинацию. Это число в Unicode представляет женщину слева. Это число представляет мужчину справа. Эта пара чисел представляет сердце в середине, иногда красное, иногда розовое, но показано здесь как розовое. Но если мы хотим изменить комбинацию на женщину-женщину, то левые и правые числа совпадают. Если мы поменяем на мужчина-мужчина, то снова используем разные числа в конце. Между тем, если я вернусь назад, есть эти два идентичных значения. Они называются соединители нулевой ширины или символы ZWNJ. Это специальное число, которое люди резервируют, чтобы склеить эмодзи слева с эмодзи справа и так далее. Есть много эмодзи, которые являются комбинацией разных вещей. Сердце в огне — это комбинация эмодзи из сердца и огня. Компьютерные ученые, которые придумывают эти вещи, сводят их к представлениям. Все, что у нас есть, это нули и единицы. Нам нужно договориться, будь то Google, Microsoft и так далее, как мы будем стандартизировать эти вещи как информацию. Есть ли вопросы о том, как символы представлены в компьютере, будь то английский или любой другой язык, да? Как плюс стал числом? Как что? U+ — это всего лишь условное обозначение. U+ представляет собой специальный символ Unicode, который состоит из буквы U и знака плюса. Это просто способ сказать: «Эй, здесь будет число, представляющее символ Unicode». Буква U и знак плюс не имеют математического значения. Это всего лишь визуальный указатель. Есть ли вопросы по представлению текста таким образом? Теперь о цветах. Мы уже рассматривали изображения, как они представлены, будь то эмодзи или что-то еще. Один из самых распространенных способов — через RGB — красный, зеленый и синий. Если учитывать количество красного, зеленого и синего на экране, мы получаем все цвета радуги, от белого до черного и все, что между ними. Как мы представляем количество красного, зеленого и синего? Просто тремя числами. Именно так компьютеры обычно представляют цвета. Каждая точка на экране вашего компьютера или телефона называется пикселем.
У каждой точки есть три числа, которые определяют количество красного, зеленого и синего, отображаемого устройством в этом месте. Например, точка на экране может указывать, используя столько-то красного, столько-то зеленого и столько-то синего. Каждый из этих чисел — это 1 байт, или 8 бит, что равноценно значениям от 0 до 255. Можно предположить, что 72 — это среднее количество красного, 73 — среднее количество зеленого, а 33 — синего. Это немного. Если объединить среднее количество красного, зеленого и немного синего, какой-нибудь из студентов угадает, что это за цвет радуги получится? Коричневый. Еще раз. Коричневый почти, он более желтый, чем коричневый. Объединение этих цветов даст вот такой результат. Это просто компьютерная головоломка, которую трудно определить на глаз. Но подождите минуту. Мы уже видели эти числа 72, 73, 33. Что они обозначали всего несколько минут назад, это означало привет. Но теперь я утверждаю, что это желтый. Как это понять? В конце концов, у нас есть только нули и единицы, будь то числа, буквы или цвета. Все зависит от контекста. Если вы получили текстовое сообщение или электронное письмо, последовательность нулей и единиц будет интерпретироваться как текст, потому что это цель текстового сообщения или имейла. Если же вы откроете калькулятор на Mac, Windows или Android, та же последовательность нулей и единиц может интерпретирована быть как числа для сложения или вычитания. Если вы откроете ту же последовательность в Photoshop, она будет интерпретироваться как цвета. Контекст имеет значение. На следующей неделе, когда вы начнете писать код на языке C, вам, как программисту, придется указывать компьютеру, как интерпретировать последовательность бит. Как число, букву или что-то еще. Вам не нужно будет беспокоиться о самих нулях и единицах, но нужно будет дать компьютеру подсказку о типе данных, которые вы представляете. Это что касается битов. Вы даже можете узнать эти точки и пиксели на экране. Давайте увеличим масштаб. Вот изображение эмодзи, которое является картинкой, нарисованной в Apple. Если увеличить масштаб или поднести телефон или телевизор близко к лицу, вы увидите эти точки. Каждая из них хранит 24 бита или 3 байта. Двадцать четыре бита. Поэтому, если у вас есть фотография размером 3 мегабайта, скорее всего, там содержится миллион пикселей, так как используется 3 байта на пиксель для представления цветов. Я упрощаю, конечно, но именно поэтому изображения и фотографии в наши дни занимают все больше места. Мы добавляем все больше пикселей в файл. Музыка. Как можно представить музыку в цифровом виде, используя только нули, единицы или числа? Есть идея? Вот вы музыкант или нет, да? Ноты можно представить числом. Верно, мы можем представить ноты числами. Например, A — это одно число, B — другое, а диез или бемоль — это еще одно число. Но одной ноты может быть недостаточно, да? Ага, понятно. Итак, одно число представляет ноту, сам звук или высоту, другое число — продолжительность. В контексте пианино это означает, как долго человек удерживает клавишу. И, возможно, я могу добавить третье число — громкость, насколько сильно человек нажимает на клавишу. Таким образом, с помощью трех чисел можно представить музыку. И действительно, это то, что делают компьютеры, когда вы слышите звук. А как насчет видео? Как можно представить видео, да? Через множество изображений. Да, через множество изображений. Если вы когда-либо создавали фильм, то могли увидеть, что 30 кадров в секунду или 29 кадров в секунду — это количество изображений, проходящих перед вами за секунду. Видео на компьютере — это множество изображений, которые движутся так быстро, что наш мозг воспринимает их как движение. В старые времена говорили «движущиеся картинки», подразумевая иллюзию движения, создаваемую примерно 30 изображениями в секунду. Теперь у нас есть способ представления информации, будь то числа, буквы, изображения или что-то еще.
Давайте сосредоточимся на том, что находится внутри черного ящика, где у нас есть алгоритмы, пошаговые инструкции для решения задачи. Что я имею в виду под алгоритмами или пошаговыми инструкциями? Если мы превратим это в код, а это то, как мы сегодня свяжем все точки, то код — это реализация алгоритмов на компьютерах. Алгоритм может быть чем-то, что мы делаем в физическом мире. Код — это реализация этой же идеи на компьютере. Вот пример распространенного приложения на вашем устройстве. Это иконка версии iOS. Если вы нажмете на эту иконку, то обычно будете видеть список контактов, как правило, по алфавиту, по имени или фамилии. Ваш телефон или компьютер позволяет вам искать чье-то имя вверху и автоматически дополняет его, что делает поиск быстрым. Это возможно благодаря тому, что программисты, разрабатывающие это приложение, сделали поиск быстрым. Теперь рассмотрим олдскульный пример. Телефонный справочник. В таком справочнике может быть 1000 страниц. На каждой странице множество имен и номеров. Представ его, я могу найти конкретного человека. Предположим, я хочу позвонить Джону Гарварду, чье имя начинается на J. Я могу листать страницу за страницей в поисках Джона Гарварда. Если его там нет, я продолжаю листать дальше. Это алгоритм. Я просматриваю справочник страницу за страницей. Правильно ли работает этот алгоритм? Да, правильно, но очень медленно, так как я трачу время на просмотр A, B и других ненужных страниц. Можно ускорить процесс, но он все равно технически будет правильным. И это одна из целей написания кода — правильно решать задачу. Корректность — основа любого алгоритма. Теперь попробую ускорить процесс. Вместо того, чтобы листать по одной странице, я могу листать по две. 2, 4, 6, 8. Это быстрее, но правильно ли это? Нет. Нет, почему? Можно пропустить нужную страницу. Да, я могу пропустить Джона Гарварда, если он окажется между двумя страницами, но нужно ли полностью отказываться от такого алгоритма? Скорее всего, нет. Когда я доберусь до буквы K, которая находится после J, я могу вернуться на одну страницу назад и убедиться, что не пропустил его. Таким образом, этот метод в два раза быстрее, так как я листаю по две страницы, плюс один дополнительный шаг. Это все равно улучшение. В первом алгоритме, в худшем случае, поиск Джона может занять до 1000 шагов. Во втором алгоритме потребуется всего 500 шагов, так как я листаю по две страницы плюс один шаг, если нужно вернуться, но это в худшем случае. Большинство из нас, как и компании Apple и Google, используют метод, при котором мы делим задачу пополам. Я открою справочник примерно посередине и окажусь, например, на букве M. Что это мне дает? Если это буква M, то где находится Джон Гарвард? Очевидно, слева по алфавиту. Таким образом, мы можем значительно ускорить процесс, разделив задачу пополам, отбрасывая половину справочника и оставляя меньшую часть. Теперь я снова делю оставшуюся часть пополам и оказываюсь, например, в разделе E. Я прошел слишком далеко назад, но что я понял? Если это буква E, то Джон находится справа. Теперь Джон находится справа, я могу снова разделить задачу пополам, отбросив 250 страниц. Таким образом, я сократил число страниц с 1000 до 500, затем до 250. Так я ускорил процесс, так как первый алгоритм предполагал просмотр страницы за страницей, второй — по две страницы, а этот алгоритм позволяет просматривать сотни страниц одновременно. Если я продолжу делить задачу примерно пополам, то, надеюсь, найду Джона Гарварда на одной из последних страниц. Так возникает вопрос. Если в телефонной книге 1000 страниц, сколько раз я могу разделить проблему пополам, чтобы добраться до последней страницы? Примерно 10 раз. Простая математика, 1000 делится на 500, затем 250, затем 125, затем на 62 и так далее. В итоге это примерно 10 раз. Это гораздо быстрее, чем пролистать все 1000 страниц, и все равно быстрее, чем 500 страниц. Это принципиально лучше. Если я доберусь до последней страницы в программном обеспечении, это будет выглядеть примерно так. Джон Гарвард и его номер, по которому можно звонить или отправлять сообщение. Мы нашли ответ, как если бы это была последняя страница. Давайте теперь посмотрим, насколько эффективно это решение. Вот примерный график.
broad, with broad strokes a chart. So here's an XY plot. So here on the horizontal is going to be the size of the problem. На горизонтальной оси размер задачи, то есть количество страниц, которые нужно просмотреть. Это 0 страниц, это много страниц. Сколько времени требуется для решения задачи? Как долго занимает поиск Джона Гарварда или кого-либо другого? Это 0 времени, это много времени. Какова связь между этими алгоритмами? Первый алгоритм — это просто прямая линия. Если в телефонной книге N страниц, это соотношение 1 к 1. Если телефонная компания добавит страницу в следующем году, это означает, что мне понадобится еще один шаг для поиска Джона Гарварда или кого-то другого. Второй алгоритм также представляет собой прямую линию, но она ниже, хотя это может быть и не очевидно. Что я имею в виду? Если провести временные линии, то при одинаковом количестве страниц телефонной книги первый алгоритм займет столько времени, а второй вдвое больше. Таким образом, оба алгоритма прямые линии, но одна из них ниже, что значит, что она быстрее и лучше. Но третий алгоритм имеет принципиально другую форму и выглядит примерно так. Он будет постепенно выравниваться, но никогда не станет полностью горизонтальным. Это означает, что если в следующем году Кембридж и Олстон объединятся, и телефонная книга увеличится с 1000 до 2000 страниц, то если мы сейчас находимся здесь, в следующем году мы будем немного дальше. Это не сильно увеличит время поиска. Если бы мы использовали первые два алгоритма, то пришлось бы сделать еще 1000 или 500 шагов. Но если использовать третий алгоритм, сколько дополнительных шагов потребуется в следующем году при объединении телефонных книг Кембриджа и Олстона? Всего один шаг, не так уж и много, это будет один дополнительный шаг по разделению. Вот что мы имеем в виду, когда говорим не только о написании правильного кода или реализации алгоритмов, но и о проектировании их таким образом, чтобы они были эффективными. Это делает программистов более приспособленными к решению задач, и вы приобретаете эти навыки со временем. Вы можете решить задачу быстро и небрежно, но если у вас будет много данных, будь то телефонная книга или индекс сайта Google, нужно думать о том, как разработать алгоритмы, которые работают так. Математически это называется логарифмом. Это логарифм по основанию 2, потому что я снова и снова делю пополам. Для нас это значит, что алгоритм имеет принципиально другую форму и скорость. Одна из целей курса CS50 не только правильно решать задачи, но и делать это еще более эффективнее. Есть ли вопросы по этим идеям эффективности и проектирования? Да, в заднем ряду. Хороший вопрос, повторю его. Может ли такой график учитывать точность алгоритма? Короткий ответ — нет. Например, если я нарисую прямую линию, которая будет очень низкой на этом графике, что подразумевает, что алгоритм занимает одинаковое время, независимо от количества страниц, мой алгоритм может просто заключаться в том, чтобы случайным образом выбрать страницу из телефонной книги, сделать один шаг и сказать «вот он». Но это не обязательно будет точным, если только мне не повезет. Таким образом, график говорит только об эффективности и дизайне алгоритма, а не о его корректности. Чтобы проанализировать корректность, нужно использовать другой механизм, а именно логику. Есть ли еще вопросы по поводу эффективности? Нет? Я убежден. Обучение в IT должно быть доступно каждому. Именно поэтому я создал уникальный курс для тех, кто хочет освоить программирование с нуля. Что делает этот курс уникальным? Мы предлагаем полный набор базовых знаний от решения задач и структур данных до алгоритмов и баз данных. Обучение сразу двум популярным языкам — Python и JavaScript, понимание работы веба и создание собственного веб-приложения с искусственным интеллектом. Практические советы по развитию карьеры и поиску работы, основанные на моем личном опыте в индустрии. Наш курс представлен на трех уровнях объяснения. Если что-то непонятно на одном уровне, переходите на следующий, где материал изложен еще проще. Такой подход вы больше нигде не встретите. И самое главное, курс стоит в десятки раз дешевле аналогичных программ от раскрученных школ и станет отличной инвестицией в ваше будущее. Ссылка на курс с весомой скидкой в описании под видео. Присоединяйтесь и начните свой путь в IT уже сегодня.